и Штормастер. Супер Бигфут с ласковым именем Бугай, самый большой в мире мегамонстр на 6 огромных колесах. Настоящий танки Второй мировой войны Шайтун и Горыныч, релик холодной войны, ракетный гигач комплекса С-300 «Лютый зверь». Мы будем делать с автомонстрами то, что никто никогда не делал. Мы заставим смертоносных хищников холодной войны сражаться друг с другом и крушить все на своем пути. Внимание! Мы начинаем! Начинаем! Автор и постановщик сегодняшнего шоу
Это уже не Шатун, это Шторм Мастер. Это Шторм Мастер, конечно. Он всегда не вовремя вылезает. Это не Маглый. По монетам Бигфут. Пилотируемый аппарат установлен рекордом Гиннесса по числу разорванных автомобилей. И на его счету уже 39 штук. Этот аппарат имеет собственное имя Шторм Мастер.
Господа, хочу заметить, что на газели, которую давил Трасс, были нарисованы знаки доллара. Только что мы присутствовали при историческом событии. Мы опустили курс доллара. Еще начали целый час после окончания нашей программы. Спешите в операционные кассы.
Дома мы сейчас на него исполним. Он может многое, уж я это точно знаю. Слышно? Звук переключения передач. Черная подвеска и шесть ведущих колес. Это настоящий стальной гигант. Снимаем влечение. Вот это круто, железо. Под сильными колесами этого тягача становятся просто бумажками. Что, что нам покажет дальше? Мастер-парик! Вот это да! Под конкретным словом и взмахом его руки любого каждого выполняет сногсшибательные трюки! Как будто пластиковый он разведет! Как волшебной палочкой он царел! Осторожно! Осторожно, здесь очень опасно! Yeah.
Ребята, блядь!